Вот еще один нормально припаркован. Вот, тут номера замазаны, к сожалению. Иди нахуй отсюда, слышь, блядь, что тебе надо, ёпта? А вы что так со мной разговариваете? А хуй ты ходишь, блядь, вокруг машины-то, ёпта? Я вас не снимаю. И я что? Не имею права снимать на улице видео. Слушай, у вас активистов дохуя. Иди бабушку переведи через дорогу. Я не активист. Я не активист. А что вы тогда делаете выводы за меня какие-то, что я активист? Я делал вывод, то, что ты снимаешь мою машину, как ты комментируешь, что там замазано, что там не замазано. Тебе какое дело? Иди напиши заявление. Я за этим иду, мне же нужны какие-то доказательства. Ну вот правильно? Иди, родной, иди. Я только пойду. Я не хочу, чтобы ты ее фотографировал. Помнишь, это моя личная собственность. Ага, что, ты перевариваешь? Не, я не перевариваю. Да, я пытаюсь тогда переварить, не, ответ не обоснованный. Не надо ничего переваривать. Вот иди и напиши заявление, сотрудники будут, даже можешь указать, им они подойдут и внесут какие-то коррективы, может быть, мне, нет? Вам коррективы они будут какие-то вносить после того, как я приду к ним и напишу заявление. Еще раз перескажи. Ну, я просто уточняю, потому что, что потом скажете, что вы этого не говорили, что и не было этого. Слушай, разговора. Иди туда. Я здесь не могу находиться. Да встань так перед ним, да все, иди снимай, блядь. Хочешь снять, иди снимай. Так я уже снял номер спереди. Ну и заебись. Я хочу здесь поставить, мне по кайфу. Да вот постой, я что, тебя фигаешь, что ли, отсюда? Ну ладно, спасибо, спасибо, что разрешили. Здорово.